Привет, с вами снова канал Вика Хорс и КСК Прованс. И сегодня у нас будет обзор на Дёрпи из Понивилля из Ночи Кошмаров, а также на коллекцию вот таких вот пейнтбагов из пакетиков. Давайте начнем, поехали. Первое это Дёрпи будет, потом всякие пейнтбаги на примере вот таких. Вот, это такая вот шапочка Дёрпи из Макдональдс. Это из-под пакетика Макдональдс, KFC, Burger King и все остальное. Это два пакетика. Вот, это два пакетика, вот так вот, как туфельки. Такие вот. Как смотрится на Дёрпи? Сразу говорю, Дёрпи не очень хорошо стоит. Вот у нее желтая грива такая, желтые глазки ровненькие. Такая она на моде радуги, но все же как-то кричмарочка у нее уже поровнее, чем у прошлой Дёрпи были. Она на моде Rainbow Dash. Сейчас я попробую показать, как это смотрится. Но хотя нет, я не покажу, потому что одной рукой неудобно снимать. В общем, да, если вы хотите увидеть ее, то пишите в комментариях. Я в следующем видео обязательно сделаю фото, вставлю с Дёрпи. Начнем с блейнбагов. И у меня их всего 5 штучек. Это первый блейнбаг, это Дейзи. Она же Flower Vicious, это 12, она 12 волны на молде Pinkie Pie. Вот у нее меточка цветочки, у нее такие зеленые, желто-зеленые волосы, зеленые глазки. Такая вот, это моя самая первая блейнбаг. Вот здесь у нее копытце есть код 43021. И Hasbro тоже там какой-то код 81729. Наверное, вам не очень видно. Но все же. Дальше вторым моим блейнбагом была вот такая вот Бичберри на молде Искорки. Но у нее вот такой меточка цветочек с ягодками. Она вся розовая, это кусок розового пластика. Не то, что как вот у этой Дейзи. У нее там и... Там она и... У нее грива раскрашенная. Бичберри — это просто кусок розового пластика с зелеными глазками на молодые искорки. Сейчас мы прочитаем ее код. Ее код у нас 1... Вот, 1521. И внизу код B... 213.6. Дальше третьим моим блейнбагом стала Peachy Pie, тоже на молде Pinkie. Вот такая вот рыженькая, у нее меточка ягодка. Вот зеленые глазки такие. Это кусок рыжего пластика. Такая очень милая. Карточки у меня от них давно потерялись, поэтому ничего читать я про них не смогу. Значит, код этой вот 51591 и второй код B213.5. Тот же самый код. То есть я так поняла, что вот этот первый код, этот вот, вот, его надо слушать и по нему надо покупать пони. Четвертым моим блейнбагом стала Рарити, на молде Рарити. Это кусок белого пластика с синими глазками и с меточкой кристалликами. Как вы могли заметить, например, Бичберри вот стоит к нам лицом, он туда. А Рарити туда. То же самое и с Дейзи, и с Peachy Pie. Вот Дёрпи у нас стоит в ту же сторону, куда и Рарити. Вот такая вот милая Рарити, очень прикольная. Ее код 51811, и это тот же самый код этой волны. И пятым моим последним блейнбагом стал Люки Кловар. Кстати, сейчас я скажу, вот значит, смотрите сейчас, пока Люки Кловар слушаем. Дёрпи у нас жительница Понивилля, а Дейзи у нас жительница яблочной фермы. Бичберри, она жительница Понивилля. Вот Peachy Pie, наша жительница фермы сладкое яблоко. Люки Кловер, тоже такой вот серенький кусочек с синими глазками. С тремя клевером, я помню, он любит работать в команде. Он у нас тоже с фермы сладкое яблоко. Сейчас мы прочитаем ее код. Его код очень плохо видно.
5-1-8-0-1. И ход тоже самой волны. Вот. И он у нас тоже житель яблочной фермы. А Рарити, соответственно, жительница Понивилля. В начале следующего видео я покажу, как Дёрпи выглядит с шапочкой и с копытцами. Всем пока. С вами снова был канал Вика Хорс. Пока-пока.